Окей, хорошо. Я тоже про дом, в котором слышал фильм. Вот я даже этот. Без понятия, насколько эта книжка страшная. Вообще, как бы, ну, мало книжек, которые про меня доводили до дрожи не комментировать. В детстве, в самом детстве, то есть это, наверное, класс 5 для меня, самое такое детство, моя бабушка выписывала книги. Тогда еще были нормальные такие библиотеки, где были все новинки, не только новинки, еще что-то старое. У меня очень большая библиотека книг, просто выписана моей бабушкой, когда мы приходили. И в разделе для детей там были книжки, может, кто-нибудь из вас знает, потому что все-таки это обвенчало, господи, там было в моем детстве. Как его полное имя я не знаю, я знаю, что его зовут Р.Л. Стайн. И он писал книжки в серии «Ужастики». Поэтому если кто читал эти книжки, он наверняка меня поймет. Еще были не только «Ужастики», еще был какой-то...